Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре Премиалочка и Ло Ди Мондо. Посмотрите, какие красивые расцветки у этой коляски. Это вот только две, которые были рядышком со мной. Я просто хочу показать вам, какие классные могут быть цвета у колясок. Не обязательно только серые, зеленые, там, синие и так далее. Цветы. Расцветка называется в данном случае дождь. Выглядит просто волшебно, очень красиво. Давайте разбираться прямо вот детально, да, что в этой коляске такого интересного. Во-первых, изначально это прогулочная коляска с весом 6 кг 700 грамм. Из нее вы можете сделать комплект 2 в одном, докупив к ней люльку. Такое тоже допустимо. По поводу ручки. Начнем сверху вниз. Ручка из эко-кожи. Здесь это такая пластиковая вставка с механизмом складывания коляски. И она удобная. Она никак не мешает управлять коляской одной рукой. Капюшон огромный. До самого низа опускается. Секция закрывается здесь. Секция передняя убирается также. Притом перещелкивание у капюшона вообще очень нежные и не будут пугать малыша, пока вы будете приподнимать его или опускать. Спальное место коляски длиной 85 сантиметров, ширина 31 сантиметр. Подножка, как вы видите, поднимается и опускается. Тут два положения. И когда мы опускаем подножку, перед нами открывается фирменная подножка Elodie. Она удобна для полной стопы ребенка. То есть тут не будут только пяточки, например, зафиксированы. Вы спокойно посадите малыша, и у него ноги висеть не будут. Это удобно. Спинка регулируется с помощью ремней. И вот даже ремни компании Elodie сделала очень удобно. Да, стандартный зажим, но здесь вот такие кожаные вставки на липучке, то есть они не будут болтаться туда-сюда, выглядит это будет очень аккуратненько. В тыльной части капюшончика здесь вот такой кармашек для нас с вами, мамочек. Здесь можно положить телефончик, ключики, что-то такое вот небольшое. Но, тем не менее, вы сделали его очень красивый. Вставки из эко-кожи, магнит, все в лучших традициях премиалочки. Ну вот, мы, например, собрались с вами в путешествие, да, корзина полная, коляску нужно сложить. И такие ребята в Володе подумали, давайте-ка мы сделаем им корзину-рюкзак. Что бы это значило? Вот в течение всей прогулки вы накидывали в корзину специальный такой рюкзачок, свои покупки. Потом, перед тем, как складывать коляску, просто закрыли ее, достали, повесили на плечико и пошли складывать колясочку. Я сейчас покажу вам, как это будет выглядеть. В сложенном виде складывается коляска у нас одной рукой, очень просто. Фиксатор сбоку с левой стороны будет от вас, вот так она фиксируется. Коляска легкая, 6 килограмм 700 грамм всего лишь навсего. Раскладывается тоже очень просто. Тормоз в данном случае ножной, обычная лапка, а вот колеса, ребята, здесь сделаны из резины. И что интересно, у коляски, у самой амортизации нет, но едет она очень мягко. Да, на некоторых неровностях звук у вас на дороге будет, но, тем не менее, коляска с прекраснейшим ходом. Также хочу отметить, что компания Elodie отличается тем, что они делают очень хорошую аксессуарику. То есть, в принципе, под вот любую коляску вы можете подобрать, например, как в данном принте, вот такой вот матрасик двусторонний. Тоже как вариант. Поэтому если вы ищете коляску, которая будет выгодно отличать вас из толпы, то коляски Elodie точно вам подойдут. Это уникальнейший продукт, потому что сейчас на рынке очень много зеленых, красных, синих, черных колясок, а вот таких ярких принтовых не так много. Поэтому если хочется чего-то эдакого, то Elodie Mondo для вас. Все технические характеристики, как обычно, пропишу в описании. Будут какие-то вопросы, пишите, с радостью отвечу. Все, всем пока-пока.